Пойдемте. О. И теперь будет тут валяться полдня. Пойдем. Но все равно она сейчас прибежит, потому что, как я только скажу, завтрак и положу в миску еду, Алиса будет тут как тут. Это неизбежно. Хотя вон валяется сама. Сейчас посмотрим. Практически не видно. Так, ребята, стоим здесь, не идем за мной. Не идем, не идем, не идем. Не идем. Не идем, Макс. Давай назад. Назад, назад, назад. Ну все, кричать не будешь? Лучше. Даже вредничать не хочется, да? При таком солнце. Вот так проводят утренние часы леса. Молодец. Хорошая, хорошая. То я могу быть воспринят как член стаи, покушающийся на нычку. Это не очень хорошо. Я, конечно, не очень интересен в данный момент для лисы, но можно за ней последить. Да. Видите, кому-то туалетная бумага не нужна. А то все покупают, покупают. Ой. Это... Значит, следующее, что ты за мной ходишь? Сейчас я думаю. Все. Общение закончено. Наконец-то Алиса нашла себе такое место. Что такое? Где можно уединиться и побыть одной. Вообще одной, куда ни у кого нет доступа. Ей это очень нужно. Лисам всем это нужно. Так что... Оставляем ее наедине с собой. Она оттуда укает. Из этой норы. Я бы, конечно, чуть-чуть заглянул, но я думаю, что мне кто-нибудь что-нибудь откусит.
например, часть телефона. Так что я не буду. Всем счастливо. Ну вот, Алиса, вполне прилично. Время 2 часа 30 минут. Ты только проснулась. Да, привет. Молодец. Как видно, настроение хорошее. Поспала под полом. Я понял. У нас теперь новая, как бы, модель поведения. Но такого раньше не было. Алиса берет еду и несет себе в подпол. То есть она четко поняла, что в подполе ее собаки точно не найдут. И поэтому, как бы, всю еду она тащит туда. Да. Молодец. Надо поконючить-то. Все. Алиса сама перестала есть все мясо. Я ей даю. Там много было комментариев по поводу того, что накормите лису мясом. Не-не-не. Она получает порцию мяса, естественно. Вот, но судя по последним событиям, вот сегодня утром это мясо съел белый. То есть он залез к ней в миску высокую. Что такое? Еще погладить? Погладить? Ну давай. Чего такое? Залез в высокую миску, которая на домике стоит. Встал лапами на камень, залез туда. И съел. А Алиса взяла всего лишь... Причем при Алисе. Алиса даже ему ничего не сказала. А Алиса взяла один кусок всего лишь. И то его положила просто и ушла. Вот. Так что... Все, поведение меняется. Привычки меняются. Вредность остается, естественно. Ну все, Алиса пошла гулять. Она как раз белого увидела. Надо поздороваться. Вот так. Кто в доме хозяин? Нет, так не видно. Так тебя лучше видно. О. Ждет нападение руки. А, злая рука. Что это? Вот так Алиса приходит в себя в конце дня и такая: все, все играют со мной, все сюда. Сейчас уже белого куснула ради приличия. Белый просто больше тебя съел. Вот так у нас все хорошо. Массаж. Под лапой. Под другой. Злая рука. Нападает на Лиску. Готовность. А, ты на меня не смотришь, да? Это она делает вид, что она не смотрит на меня. Вот так вот лежит. Притворилась мертвой. Да. Конечно, играть. Даже особо не переживает, что я тут около сижу и разговариваю. А то обычно рассказывает, как ей это не нравится.
О-о-о. Ты его так вот пальцем. Ой. Все, не трогайте. Девушка отдыхает. Mm-hmm.